Предстоящая перепись населения в США спровоцировала протесты. В Верховном суде рассматривается вопрос, должно ли правительство в ходе запланированной на следующий год переписи спрашивать людей, являются ли они гражданами США. Сотни протестующих собрались перед Верховным судом. По их мнению, этот вопрос поставит мигрантов в тупик. В США и так, после того, как Трамп стал президентом, приезжие из латиноамериканских стран стараются не озвучивать свой статус. Все мигранты воздержатся от участия пересчета населения. С другой стороны, в администрации президента ставят ребром этот вопрос, поскольку таким образом они выявят реальную цифру мигрантов и смогут предпринять меры по экстрадиции. Но в бюро переписи населения заявляют, что если этот вопрос оставят, то будет недоучет миллионов человек. И выделенные из бюджета средства пустят на ветер. А правозащитники заявляют, что это нарушение прав. Разве вы не помните, как после прихода администрации Трампа люди опасались, что если они поделятся своим статусом, то их будут преследовать?